Всем привет! Меня зовут Таша, и вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня к чаю испечем творожную шарлотку. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для рецепта нам потребуется 5 яиц. Взбиваем их в емкость. Добавляем 250 грамм сахара, пол чайной ложки соли и взбиваем это все на максимальной скорости минут 5. Затем добавляем сюда 200 грамм растопленного и охлажденного сливочного масла, 400 грамм мелкозернистого творога, у меня 9%. Все это еще раз перемешиваем. Далее в несколько заходов подсыпаем муку. Добавляем пакетик разрыхлителя 10 грамм и на минимальной скорости замешиваем тесто. Вот посмотрите, примерно вот такое густоватое тесто у вас должно получиться. У меня сюда ушло сегодня 390 грамм муки. Количество муки будет зависеть от величины яиц и от влажности творога. Долго ничего не вымешивайте, мука перемешалась, и этого вполне достаточно. Теперь берем форму. У меня вот такая разъемная диаметром 26 сантиметров. Я ее смазала сливочным маслом. Теперь выкладываю сюда все тесто, равномерно распределяя. Сверху выкладываю дольки яблок. Обратите внимание, что их нужно в тесто утапливать. Все ставлю в заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 50. Ну а вы же смотрите по своей духовке. Вот такой шикарный пирог получится и у вас. И теперь оставляю его полностью остыть. Остывший пирог для красоты и вкусноты я присыпала сахарной пудрой. Сейчас разрежу и покажу вам, какой же он в середине. Вот посмотрите, пирог получается очень вкусный, и он отлично подходит для семейного чаепития. Попробуйте испечь и вы. Ну и, конечно же, если понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!